воскресе! Во имя Сына воскресе! Всех вас, дорогие отцы, братья и сестры, еще раз поздравляю с праздником Светлого Христового Воскресения. Сегодня прозвучали слова приветствия святителя Иоанна Златоустова, как это принято у нас по уставу нашей церкви. Прозвучало послание святейшего патриарха Московского Евсея Кирилла, прозвучало и вашего патриаршего Экзарха послание, а все равно хочется что-то еще говорить и говорить. Вот тем, видимо, и знаменательно сегодня пасхальная ночь, что она вызывает у каждого особый трепет, особую радость, особое благоговение. И вы обратили внимание, за пасхальной утренней и архиереи, и священники все как-то быстро бегали, Христос вылез. А с чем это связано? Неужели так хочется всем разговеться? Да нет. Оказывается, совсем нет. Пасху празднуем веселыми ногами. Вот так апостолы заповедовали нам, веселыми ногами. И это связано еще и с тем, что когда святые жены мироносицы пришли еще не воссиявшему солнцу для того, чтобы помазать тело Иисусова миром, они понимали, что так все было в спешке, так все было не готово, чтобы божественного и любимого учителя погребсти. И они приобрели мира, и еще не воссиявшую солнцу, они пошли ко гробу Господню. Но за их любовь к Сыну Божьему, к божественному учителю и спасителю, Господь сподобил их увидеть ангелов, которые сказали, что нет его, он воскрес из мертвых. И ждет учеников в Галилее. И они, жены мироносицы, с трепетом побежали от гроба Господня. Их объяло особое трепетное состояние. Они действительно бежали. И мы в знак этого. И сегодня торопимся всем возвестить, что Христос воскрес из мертвых. Он всем нам даровал жизнь вечную. Он открыл нам возможность войти в Царство Его Небесное. И нам, жителям земли, Он даровал возможность не только ожидать эту встречу в загробном мире, но уже здесь, во время Божественной Литургии, мы не только встречаемся со Христом, а можем принимать Его под видом хлеба и вина, крови и тела Христова в самих себя. Это величайшая радость для нас, жителей земли, что уже здесь, на земле, мы можем не только встречаться со Христом, но соединяться самым теснейшим образом. И вот сегодня мы празднуем Светлое Христово Воскресение. Сегодня, по слову святителя Иоанна Златоустова, смерть попрана. «Приидите», призывает он всех. Всех, кто пришел в первый, третий, шестой, девятый и даже в одиннадцатый час, насладитесь пиром веры. И мы с вами сегодня, проведя эту пасхальную ночь, радуемся, потому что еще Господь сподобил нас здесь на земле встретить это светлое Христово воскресение. Мне хочется пожелать, чтобы мы все, кто сегодня принимали участие в этой божественной трапезе, в этой божественной службе, сохранили эти чувства. Тихие, благодатные, но очень радостные чувства нашей встречи со Христом. Хочется пожелать, чтобы мы никогда не разлучались с Ним. Хочется пожелать, чтобы грехи никогда не возвращались в нашу жизнь, чтобы они не обращали нашу жизнь и нашу встречу со Христом. И пусть эта радость о встрече со Христом воскресшим всегда пребывает в наших сердцах. Аминь. Спаси, Господи, Владыка. Христос воскрес! Воистину воскрес! Христос воскрес! Воистину воскрес! Христос воскрес! Воистину воскрес! Пользуясь возможностью, я хочу поблагодарить всех, кто готовил наш храм
соборный храм к этому пасхальному богослужению, кто чистил, мыл, кто убирал этот храм. И, конечно же, всех вас, кто приходило во время Святой Четыридесятницы и кто сегодня праздновал ночную божественную службу. И по нашей традиции мы сейчас с вами все будем христосоваться. И святитель Иоанн Златоуст всем, кто потрудился постом, давал динарий. А мы пасхальными яичками обвиняемся. Это тоже такой символ будет нашей благодарности всем вам, кто потрудился во славу Божию и во спасение своей души. Ну и, конечно, причастников еще раз хочется поздравить с принятием святых Христовых тайн и пожелать, чтобы они послужили каждому из нас во здравии тела и во спасение души. Слава тебе, Боже, слава тебе, Боже, слава тебе, Боже.